угроза со стороны Грузии в отношении Абхазии сохраняется до тех пор, пока в Грузии существуют реваншистские настроения, пока в Грузии поощряются эти вот лозунги, что следующий год мы будем отмечать в Сухуми, что Абхазия – это Грузия и так далее. До тех пор, пока политические силы это все поощряют, пока подпитывают еще это, угроза сохраняется, потому что сегодня ситуация такая, что Россия полностью обеспечивает совместно с нашими военными безопасность Абхазии. Завтра, ну, условно говоря, завтра ситуация может измениться, и грузины могут ею серьезно воспользоваться. Конечно же, нельзя терять бдительность. Нужно понимать, что мирного соглашения у нас в Грузии нет. Но даже если бы оно было, оно не давало бы стопроцентные гарантии, ну, скажем так, перманентного мира. Нам нужно в любом случае быть бдительными, укреплять свою безопасность, дополнительно подписывать необходимые соглашения с Россией для того, чтобы обеспечить дополнительную безопасность Абхазии. При этом нужно, конечно же, работать в русле подписания мирного соглашения с Грузией. Эту работу необходимо продолжать. Она сейчас актуальна как никогда. И, кстати говоря, если взять, например, обострение Карабахского конфликта, да, вот там вроде бы Армения и Азербайджан сейчас выходят на подписание мирного соглашения. Насколько мне известно, Пашинян вроде бы направил в Азербайджан свою версию мирного договора, они внесли кое-какие правки и готовы его подписывать. И это хороший пример для грузинских политиков, которые вот уже сколько лет в рамках женевских дискуссий отказываются подписать мирное соглашение. Ну, юридически обязывающий документ о неприменении силы со стороны Грузии в отношении Абхазии.